Проблема есть с регистрацией новых лекарственных препаратов, Да. которая заключается в том, что плацебо становится все более эффективным и эффективным. То есть, когда производятся клинические Да. испытания, там обычно есть три группы. Да. Одна группа ничего не принимает, другая принимает плацебо, то есть, Да. и третья, соответственно, таблетку с действующим Да. веществом. Вот. И очень удивительно, что во многих случаях две группы, которые принимают плацебо Да. и действующий препарат, они обе выглядят намного лучше. Вот. То есть они одинаково хорошо, хорошие дают. То есть, грубо говоря, если человек знает, что он принимает какой-то инновационный препарат, который должен его помочь и спасти, да, это настолько сильно на него психологически влияет, что, соответственно. Душевные клетки, душевные ткани, вы не можете выращивать?